С сегодняшнего дня началась приемка учреждений дополнительного образования культуры. По словам комиссии, общий уровень подготовки к новому учебному году оказался очень высокий. Также с 18 августа начался прием подачи заявлений в первый класс детей с 6,5 до 12 лет на новый учебный год по разным направлениям – народные, струнные, духовые инструменты, фортепиано, вокал и ранее эстетическое развитие. Сегодня произведен уже набор и будет производиться до 1 сентября еще дополнительный набор. Я хочу сказать, что среди населения, среди наших детей достаточно очень востребованы эти услуги, будь то обучение в художественной школе, будь то игра на музыкальных инструментах. И каждый год у нас даже вот по набору много желающих, которые мы, к сожалению, не можем принять из-за того, что не хватает уже и помещений и так далее. В этом году в детскую хоровую школу закупили новое оборудование, а именно микшерный пульт и клавиши. Для детей приобрели новые подставки под ноги, а также специальные регулирующиеся подставки на сиденья для малышей. Директор хоровой школы рассказала «Вечернему Магадану» о подготовке к новому учебному году. Проведена генеральная уборка, у нас косметический ремонт, покрашены стены, ну и в коридорах тоже. Все как бы аккуратненько, чистенько, все подготовлено. У нас в школе ведется дополнительный прием сейчас, так что мы приглашаем детей на предпрофессиональные программы фортепиано и хоровое пение. Что касается детской школы искусств, то в этом году по национальному проекту «Культура» приобрели новые музыкальные инструменты – баяны, домры, флейты, рояли, пианино. Почти все уже находится в школе, однако клавишные инструменты немного задерживаются. Но к 1 октября они уже должны быть на месте. Помимо этого, также заказали новые мольберты, графические планшеты и многое другое. Сейчас у нас идет дополнительный набор учащихся с 24 по 31 августа. С 3 до 6 можно прийти на вступительные экзамены. Принимаются дети с 7 до 12 лет. Мы с радостью, с удовольствием будем их ждать на разные отделения наши. Это хореография, художественное отделение, театральное, музыкальное, конечно же, различные инструменты, ну и все остальные, вся подробная информация у нас есть на сайте, в Инстаграме, как бы все доступно, все открыто.